И доброе утро, день второй, Румыния, день второй. Вот вам яхту покажу. Я все еще не в форме, но так, периодами, знаете, как заряжаюсь энергией, готова на подвиги, но ненадолго. Заряда просто надолго не хватает. У меня, знаете, такая быстро играющая батарейка. Поэтому я так от полежать до полежать. Но в принципе, сейчас я найду время, чтобы с вами пообщаться, мои хорошие. Ну что? А помните, я вам перед отъездом говорила, а Украина еще не начинала. А Украина еще не начинала. Так вот, Украина начала. Украина начала. А теперь ловите. Ну, вот такие вот дела. Ведьму слушать надо. Сегодня очень забавно я выложила шорты коротенькие из ранее сказанного, так сказать, да, расклад для Зеленского на август, расклад для Украины. И очень смешной комментарий. А, тарологи, некрасиво. До Курска никто не предсказал контрнаступление. А теперь, значит, вы по готовым новостям пишете. Очень забавно получилось. Но я, конечно, да, видимо, человек новый на канале. А зря. На мой канал нужно приходить и много, и часто. Потому что только на моем канале вся правда. Вся правда про жизнь, про войну, про отдых, про людей. И вообще, вся правда. Так что приходите на канал в гостях у заводчика Корги. Кто со мной с первых дней войны, тот всегда знал, как оно будет. И не сомневался. А если чуть-чуточку сомневался, то я всегда умела и вовремя наставляла на место. И давала веру в то, что Украина выстоит. Украина выстоит. И своего не отдаст. А москаляку на гиляку. Уйди с Украины, москаль некрасивый. Так, ладно, мои хорошие. Давайте теперь о прекрасном. Сначала мы поговорили о чудесном, а теперь поговорим о прекрасном. О прекрасном. Мы в Румынии. Наш второй день. Вчера день был непростой, но мы его потратили, в общем-то, дождь был. Весь день дождь был, по большому счету. Мы утречком только успели сходить, хоть посмотреть, где морька. И пошел дождь. Ну, а раз пошел дождь, мы решили этот день использовать на закупки. И поехали в большой торговый центр на шопинг, девочки, на шопинг мы отправились. Покажу сегодня, что мы там нашопили. Ой, такое я красивенькое себе купила. Ой, такое красивенькое. Вот. Но приехали мы, правда, убитые никакие. У меня был опыт пользоваться такси Bolt здесь в Румынии. Это тоже оригинально, это тоже приключения еще те. Общаться с таксистами румынскими, которые, естественно, не бульмеса по-украински, а я не бульмеса по-румынски. По-английски мы оба не бульмеса, поэтому очень забавно, да, очень забавно получилось. Я все расскажу, это было очень смешно, но это опыт, и я справилась. Видите, мы дома, так что все получилось у меня. Вот. Но в связи с этим, конечно же, мы закупились, и у нас сегодня был завтрак в номерах. Завтрак в номерах. Вкусненько так, да, да, да. Правильно, Наташа говорит, по команде делаем счастливые и веселые лица. Все правильно, правильно понимаешь политику партии. Ты создана для семьи блогеров, хорошо вливаешься. Так, следующий очередной какой, второй день. Второй день в Румынии. День номер два. День номер два. Сегодня расскажу, как мы провели день номер один. Это было интересно и любопытно. День номер два. Начинаем. Завтрака. Завтрака. Я вдохновилась, проснулась и обалдела. Нет, это они обалдели. Пришли и обалдели. Завтрак готов. Вот. А я просто молодец. Я просто молодец. Десерт фруктовый.
Омлет грибной с салями, салат витаминный, вода обязательная, фрукты и хлеб. Здоровое питание и больной повар. Пока эти на море прохлаждались, я готовила здоровый завтрак. Но вернусь обязательно и расскажу, как мы провели вчерашний день. Тебе рассказывайте, что вы видели? Мы видели дельфинов. Да. Уже когда вышли, уже, не знаю, минут 20 лежим. Тут тетя Наташа меня дергает. Смотри, я сначала слепко. Потом бачу дельфины вот так. Прыгает. А скуд не В один был? воде. Нет, вот нет, не один. Целая стайка? Угу. А далеко? Нет, близко. Прям, блин, Там прям было больно. хорошо видно. Да, довольно близко. Да, видно было плавники, потом они выпрыгивали из воды. Класс! А чё вы не сняли? Как их снимешь? Это что там? Телефоном. Мы же не блогеры. Вот же ж... Такую пропустили мне вообще эту вот. Так они еще будут. Да будут, а будут. Будут ли? Будет. Так. Вспоминайте, что вы из семьи блогеров, как хотите. И вообще, включайтесь уже, нечего тут. Дельфинчики, да как глаза-то. Я никогда не видела живых дельфинчиков. Я не была в дельфинарии. Мы с Аней идем в дельфинарий. Нет, просто шо, а так, что ты на море не видела дельфинов, как они Нет. ныряют. Нет. Когда мы были на Черном море мы последний раз были в Батуми. Это было 100 лет назад. До этого я еще маленькая была, я не помню. А потом те моря, на которых мы были, там, наверное, я не знаю, есть ли дельфины. Потом мы были на Эгейском, на Адриатическом, на Средиземном, на Ливийском. На каком они еще мы были? Еще на каких-то этих элементах Средиземного, но они не средиземные. В общем, где мы только не были, но дельфинов там не было. Не было. Там медузы. А медузы были? Нет. Ни одной? Зато Ура! классно, скажи, вода прям блестит, да? Эти мелкие водоросли, и такое ощущение, что насыпали блеска в воду. Да ты что? Красивая вода. Но много водорослей, конечно. Да? Конечно, я даже домой принесла. На салат. В салат, в зелень. Йод, это йод. Ладно, девчонки, ешьте. Пожалуйста, просьба повторить, что это было. Ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие вы у меня красивые девочки. Какие у меня звезды. Мы вышли, мы идем. Это апартаменты у нас такие. Это вот это, ну, в смысле, это коридор апартаментов. Это. А куда нам? Ну, лифт, наверное, нужен. А, это, наверное, тут лестница, да? Или что это? Вот лестница на этот. Мы идем лифт, а вот и лифт. Ага, сейчас найдем. Мы же не помним вчера ничего, как было. Ой, вот там озеро. А куда нам? На нулевой? На первый. Нулевой. Первый. А нулевой? Или нулевой. Ну-ка, не, нулевой, поехали. наверное, Если надо что, было. На нулевой. Анечка, какая у меня красивая Анечка. Какое платьичко. Ой, вообще. А-ля Венсли. Это она готовилась для посещения замка Может, Венсли. Надо еще что-то нажать? Что я мешаю? Там Кто я мешаю, мешала? датчик. Смотри, 535 килограмм. Я пока еще вмещаюсь. 7 персон. Ладно, мы вчера с чемоданами влезли все вместе. Да. Видишь, с чемоданами мы не весили 535 Не килограмм. Весили, да. Едем. Помаранчевый лист. Люблю помаранчевый. Так, готовимся на что мы выход. очень быстро приехали. Ну, потому что это же чемоданами. Первое, нам надо минус. Ой, этот нулевой. Поехали дальше. Поехали дальше. Мы вышли. Да, очочки надо надевать. Солнышко-то светит. Это наш дворик такой. Дворик. Ой, ну что, здравствуй, Румыния. Здравствуй, моя хорошая. Вот оно морька. Вот оно морька. Аня решила, сначала здороваемся с морьком, потом идем завтракать. Поэтому всем показываю размер пляжей. Пляжи бездонные, бесконечные. Очень широкая пляжная полоса, смотрите. Очень широкая. Оно, конечно, песочек такой сероватенький, с мелкой ракушечкой или камешек, то есть нужно в тапочках ходить. Ну, сейчас и по песку надо в тапочках ходить, нечего там ловить. Но вообще,
очень широкая пляжная полоса. Вон там спасатели есть, смотрите. Бедные березки. Сюда надо было пальмы высаживать, а не березки. Они тут зачахли. Вон там, видите, какие, сколько зонтов. А вон пальмы тоже, кстати, есть. Только такие несчастные. Несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Не знаю, где мы вышли. Найдем потом, конечно, местечко получше, вот где-нибудь там. Это мы же пока вообще, знаете, вышли вообще. А где море? Где ты, море? И вот нашли. Это, наверное, не самый лучший такой уголок. Найдем что-то поприличнее. Но пока идем к морьку. А вот оно, морька. Вот оно, морька. Вообще перед морьком песочек, конечно. Морька синенькая. Здесь мост рядом такой. Ой, а вон, смотрите, какой интересный мост без конца. Видите? Какой-то странный мост. Видите, он заканчивается вот просто неожиданный какой-то у него разрыв. И куда он ведет? На какие-то острова. Таша, что это за мост такой? В общем, очень оригинальный мост. Ага, очень интересный. Загадочный мост, в общем, тут. Загадочный мост. И вот такие пляжи. Пляжи огроменные, бесконечные. Это все пляжи, пляжи, везде пляжи. Сплошные пляжи. Вот. В общем, с морьком поздоровались. Вот Аня идет, моя русалка. Все, теперь идем здороваться с завтраком. Всем хорошего дня. Так, Аня, покажи свой кофе. Диана. Я бы сказала Анна, она так и написала. Анна. Так, а почему мне не написали? Потому что я что-то в этом не было. И мне тоже Анна написали. Да, на это чеке. И что получается? Да. Это все тебе? Я могу. Жирно. Так, пейте быстро, трубочки картонные. Пейте быстро. Как это пейте быстро? Я привыкла растягивать удовольствие. Картонные, да. Можно все? Нет, я еще не сняла, еще шляпу не показала. Звезда. Покажи мою сумочку. Мою. Моя сумочка новая. Моя сумочка. Меня ждала. Меня ждала. Сити парк. Городской парк Констанции. И заодно большой торговый центр Сити парк. Вот. Мы совершали шопинг. Аня, ты совершала шопинг? Вот. Шопинг, Анин. А еще мы зашли в Starbucks и попили кофе. Да. И еще мы пили кофе. О! У нас Наталья тоже юный начинающий блогер, похоже, видите? Юный начинающий. Потому что Петя мне строго-настрого приказал все снимать. Все снимать, все снимать. Молодец! Ай, молодец! Красота! 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 Парк. Городской парк Констанции. Еще раз скажу. Еда. Внимание, показ мод. Аня демонстрирует результаты вчерашнего шопинга. Приглашаем модель. Опа. Платье для вечернего променада. Разворот, пожалуйста. Аня! Мне так модели не ходят. Мне все равно. Ой, все, начинается, начинается. Выключи подростка, пожалуйста. Включи леди. Я подросток, я беру право. Нет, Аня, тебе скоро 18. Все, смотри. Подростка, ну, по-моему, 21 года. Ого, какие подростки запоздалые. Это что? Ай, звезда, мне так плохо видно что-то. Света, ну-ка. Сейчас придется оператору понять попу. Какое... Распрями плечики, моя куколка.
Вот такое у нас платьице. Ой, Натали попала в кадр. Вот такое, смотрите, какое платьице. А? Ой. Аня, какая у тебя фигура красивая? Какая фигура, вся мать. Ай, красота, красота. Быстрее, да быстрее. А, какое платьице. Вечернее коктейльное. А теперь сумочку присоединяем к ансамблю сумочку. Сумочка — это мамин шопинг. Вот она. Вот она. Это мамин шопинг. Но тоже можно принять. Аня так идет. Может, я ей в университет дам для занятия. Один раз. Один раз. Смотрите, как идет. Да? Классная сумочка. Сумочка вообще зачетная, зачетнейшая. Мне так понравилось. Одна была на весь магазин. Одна, единственная меня ждала. Вот какая. Класс. От бедра, Анечка. Походка от бедра. От бедра. Так, что еще? А, Натали, очки продемонстрируйте. Аня, ладно, Аня продемонстрирует Наталины очки, тоже шопинг. А, рубашка, Аня, у тебя же еще рубашка была. Демонстрирую рубашку. Можешь сверху на платье. Нет, очки должна Наталья сама демонстрировать. Это же ее, на ее же лице. А ты у нас модель. Модель — универсальный размер. Рубашка. Ну, поправь ее. Нормально. Ну, что ты? Вот смотрите, какая рубашечка классная. Под шортики, да? Под джинсики, под шортики. Катончик такая легенькая-легенькая. Рубашечка, нечего делать вообще. Красота. Красота. Под шортики. У нас еще шортики желтенькие как раз есть. Вообще бомба будет просто. А что ты еще демонстрировать пошла? Ань! Я переоденусь в свое платье. А, все, ты уже, демонстрация закончилась? Да. Все, все, зрители, демонстрация закончилась. Можете расходиться по домам. Громкие аплодисменты! Громче, громче, еще громче. Вот, 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 вот. Молодцы. До встречи.